Вот и кухня готова, я почти уже у цели. Вот и фартук в руках, и скалка на теле. Тесто и фарш вовремя подоспели. Лепим пельмени. Ну что, типа налепила я, можно есть. А мне? А мне? А можно мне маленький кусочек, можно? Ну, конечно же, нет. Все гуляют, короче. А я трапезничаю. Приготовила я соус. Там у меня сметана, кетчуп из кабачков, который уже заканчивается, и кабачков уже нема. Все. Ну что, всем приятного аппетита, хорошего настроения. Катя, не надо плакать, ты как всегда. Раньше тебе не надо было на улицу, как собаки пошли, ты сразу плакать начала. А то многие думают, что она плачет, потому что есть хочет. Нет, она есть не хочет. Она только что поела корм премиум-класса, поэтому не только что даже. Как положено, с утра. Как я дам то, что ты пельмени не едала. С таким большим удовольствием. Она плачет около входа, через комнату, потому что она старенькая, ей хочется на улицу выйти. Через окно, как другие кошки, она не может. Туалет есть здесь, у нее стоит туалет, и второй там в другой комнате стоит, на всякий случай. Но у нас все кошки ходят на улицу в любое время года. Выскочат, сходят и приходят обратно. Выпустить я сейчас ее не могу, потому что там гуляют собаки. Они ее снесут с ног, потому что они с ума сходят на улице. Пока они не гуляли, ей никуда не надо было. Сейчас скажу. Вот мне говорят, что я каким-то образом, не знаю, каким, правда, подражаю Судаковой. Ой, Судаковой, фу, блин. Костылевой. Хотя так красился я всегда. Ну, на улицу, конечно, нет, на улицу покультурней. Понятное дело, что боевой раскрас это для съемки. Но все равно я всегда ярко красилась. И любила ярко краситься. Не знаю, каким местом я ее подражаю. Головы селёдочные я не ем. Кишки тоже, в принципе. Поэтому... А вот я уже вижу не одну мадам, блогершу, которая говорит словами Судаковой. Вот эта дебильная фраза. Я приготовила все своими ручками золотыми. Тьфу, блин, с золотыми ручками. Ну хорошо, хоть не ножками вонючими, боже мой. Вот это почему-то так, не знаю, неприятно как-то, не знаю почему. У меня прилепилась одно время только одна фраза от Судаковой, потому что раньше как-то так она попадалась очень-очень часто мне. Даже мне иногда нравилось смотреть ее длинные ролики. Ну так, я на скоростном режиме как бы смотрела, все равно перематывая. Потому что она все время как-то там поддавшая, ну и есть комичные ситуации.
Фраза «вот и все, вот и все». Я иногда даже говорю ее. Она, да, бывает, вот напоминает о себе вот этой фразой. Но чтобы вот вести себя и говорить, что я там что-то сделала вот такими ручками, вот, блин, ну не знаю я. Я не буду называть, естественно, имен и там и блогеров, да, кто так делает, зачем. Я просто немножечко повозмущалась. Думаю, зачем? Вот мне говорят, что я копирую. Вот я не копирую вообще никак. Даже не считаю нужным. Я такая, как есть. Я не буду другой. Конечно, надо понимать, что это камера. Что это всего лишь видео. Потому что, конечно, в жизни я так не чавкаю. А тут это фишка в этом. Что надо почавкать, похрустеть. Конечно, если так буду сидеть. Я не люблю, во-первых, когда чавкают, вот даже хлюпают не люблю рядом, когда. Ну, в жизни, да. Я сразу замечание делаю. Ну, а тут это контент. И кто не понимает, не нужно смотреть. Зато мне очень вкусно и офигенно. Вот видите, сколько соуса. Безусловно, я доем его за кадром. Если я буду еще облизывать тарелку, это вообще будет пипец, короче. Ладно, сейчас вернусь. Офигенский соус. Короче, нет, я в следующем году насажаю вообще море кабачков. Одни кабачки у меня будут насажены. Посажены, насажены. Какой же это кетчуп? Я не знаю, я наделаю кетчуп, я не знаю, куда его убирать, потому что я без уксуса делаю. И он только в холодном месте может быть. Поэтому куда убирать? У меня столько холодильников нет, чтобы убрать их. В общем, короче, ребята, это вкуснота нереальная. Все, мы поели с вами. Всем желаю вам приятного аппетита. Хотела сказать, боже мой, все перепуталось сегодня. Это во всем виновата маска. Маска, каска. Всем, всех, кстати, с пятницы. Забыла сказать, с пятницы, мои дорогие. Отдыхайте хорошо. Пускай у вас будет самое позитивное настроение. Будьте вообще, я не знаю, счастливы и всех вам благ. Сегодня какие-то слова у меня куда-то это самое, это, наверное, от удовольствия, то, что я сейчас поела так вкусно. Все, ребят, все, всем спасибо за внимание. Пока-пока.